Настоящий Мишка, да. А какой ему возраст? Год и три. Вот такой здесь есть медведь. Я не знаю, в каких целях его держат и что с ним делают. Мы только рассказывали про то, что он есть. Ну вот мы его и увидали. Ну вот, дурит с хозяином. Да. Эти когти конкретные. Год и три месяца. Он еще маленький. Ой, играется. Собаки не на медведя, собаки на меня. На нас лают. Мишка такой, да? Интересно, да? Его маленьким нашли, да? Интересно. Он, наверное, всего уже исцарапал. Искусала, Паша. Ай, какие игры. Ой, какие игры. Вот это да. Миша, Маша. Мишка, Машка. Какой-то у нее интересный. Загривок цветной, вон как играться. О, прямо хватается. Машка, рвешь там? Машка. Ничего себе, Машка. Да уж. Разошлась. Эх, разошлась. Вот это она уже сильно, да, разошлась. Это она, наверное, нас, наверное, да, чувствует, что мы смотрим и поиграться хочет. Да, медведь очень интересное животное. И я однажды ехал с одним из братьев Запашных, который... Дрессировщик тоже, и у него своя труппа, и вот они с женой ехали из Иваново, и я попался им на трассе, проголосовал, они меня взяли. Жена у него просто из Иваново была. И вот я его, Михаила, спрашиваю, а какие самые опасные животные, медведи? А он говорит, нет, в дрессировке медведь очень хорошее животное. Если его берешь прямо с раннего детства, то он привыкает и прямо как человек становится. Вот у жены, говорит, вот на носу такой шрам. Это ей медведь сделал. Я говорю, так как же, ну, значит, опасный. Нет, говорит, они просто играли на арене, и он случайно ей задел. И он, говорит, воткнул ей коготь-то. Стоит вот так. Она стоит, стонет. И он стоит, говорит, стонет и плачет. И плачет. Говорит, мы их разняли. Так он, говорит, больше года, наверное, как ее увидит, увидит нос у нее, начинает плакать. Говорит, не знаешь, как с ним уже работать, потому что вот он переживал, что он ее поранил. А самым опасным животным все-таки он назвал обезьяны. Вот эти, говорит, они
абсолютно, если ты их не держишь в руках, если ты им не командир, то они могут сорваться, и у них такие мощные пальцы, что они могут пробить вот грудную клетку, говорят, и разорвать тебя могут. Поэтому самое неадекватное и самое опасное — это обезьяна. Вот такая есть у меня информация про медведей и про дрессировку. Медведи, был в Иванове один медведь. Я помню, молодой ребята тоже как-то его нашли. Они держали в стороне от аэропорта где-то. И думали, во, все, хорошие, они клетку ему сделали. И представляете, два раза. Сначала он был в большой вольере за большим забором. Какой-то пьяный решил перелезть через этот забор, попал к нему, и он его сильно повредил. Там ногу, что ли, ему то ли откусил, то ли оторвал. А второй, уже была клетка у этого медведя. Какой-то дурачок решил с ним позабавиться и сунул руку ему в клетку. Он оторвал ему руку. И тогда вот пришлось этого медведя в Иванове ликвидировать. Вот такие у меня есть о медведенях сведения. Так что не заводите дикого животного дома. Все, на мой взгляд, это достаточно опасно. Вот прямо сейчас он продемонстрировал, что она схватила его, он руку-то смотрит, не прокусила ли. Она играет ей-то, что это всего лишь... Мы же хрупкие люди, поэтому у нас могут быть от них и травмы. Так что вот так, здоровья всем, радости.